Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодняшнее видео о простых правилах для тех, кто хочет похудеть. Для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Сбросить его преимущественно, а желательно исключительно, за счет жировых отложений. И несмотря на то, что у меня очень много видео и статей есть о похудении, о правильном похудении, о понятии, что такое похудение, жиросжигание, сушка, мне приходит огромное количество вопросов на эту тему. Сегодня видео для тех, кто не собирается выступать на соревнованиях, даже не хочет выглядеть как какая-нибудь модель с новомодного журнала. Мы запомнили, да, что мы не считаем БЖУ, мы сначала записали то, что мы едим, как мы это едим. И первый шаг, который должен быть, это разбить приемы пищи на 5-6 раз, каждые 3 часа. Следующий шаг. Пока вы разбиваете, привыкаете питаться часто, не есть за 2 часа до сна, есть вечером только постные белки и зелень, вы изучаете, что есть полезная пища. Изучаете, что такое белки, изучаете, что такое углеводы, как и когда и какие углеводы нужно есть. Естественно, изучаете, что такое жиры. Не стоит бояться жиров. Опасны только трансгенные жиры. Жиры, которые не усваиваются организмом и сразу, при любом количестве, попадая в организм, откладываются под кожу. Откуда их вытащить практически нереально для обычного человека. Поэтому трансжиры, которые в кетчупах, в майонезах, которые во всей продукции Макдональдса, ну изучите, Google вам в помощь, где они есть, никогда не едим. И ни в коем случае йогурт без даты. Прошу вас, не давайте эту дрянь своим детям, не приучайте их. Чем чаще ребенок и чем раньше ребенок начинает есть подобную пищу, тем более уродливым он будет в зрелом возрасте. Диктуйте своему ребенку образ жизни, но не таким способом, когда идет отец, курит и внушает своему чаду, что курить вредно. Вы выглядите полным дебилом в такой ситуации. Ребенок это понимает, воспринимает и начинает понимать политику двойных, тройных стандартов уже с детства. Нет, друзья, хотите, чтобы ваши дети были здоровыми? Будьте добры вести здоровый образ жизни сами. Причем на кухонном столе, в спортивном зале и, естественно, в режиме дня. Следующее, что нужно понимать, это соотношение в вашем дневном рационе белков, жиров и углеводов. Каково же должно быть это пропорциональное равенство для тех, кто хочет худеть? Очень просто. 30% белков, 20% жиров и 50% углеводов. Углеводов, повторюсь, должны присутствовать преимущественно сложные. Это такие, как каши небыстрого приготовления, макароны темных сортов. Также будет полезна гречка. Гречка вообще идеальный продукт. Я очень люблю этот продукт и часто его использую. По утрам я ем овсяную кашу небыстрого приготовления. Когда варю ее, добавляю туда арахисовую пасту. Когда все готово, добавляю туда творог. Следующее, о чем нужно знать, понимать и понимать, кто что вам говорит. Большинство специалистов советуют есть творог на ночь. Вообще молочку. Так вот, ребята, молочка содержит сахар. Называется он лактоза. Неважно, как он называется, творог не подходит для вечернего перекуса. Только к первой половине дня. Это касается всей молочки. И еще, если вы хотите быть здоровыми, никогда, ни в коем случае не ешьте сами, не давайте своим близким обезжиренную молочку. Не бывает обезжиренной молочки. В той молочке, в которой нет жира, как указывает производитель, вместо жира добавляется такая дрянь, что уж лучше есть жир. И если бы мне дали на выбор творог
высокожирный или совершенно обезжиренный, я бы выбрал творог с высоким процентом жира. Но мы живем в современном обществе, и вы можете спокойно покупать творог 1-2%. Запомните, это очень важно. Ни в коем случае не кушайте творог на ночь. Забудете сразу о похудении. Почему нельзя есть вообще на ночь? Во-первых, потому что вечерний прием пищи перед сном убивает выброс гормона роста. Еще один миф. Как бы вы ни тренировались, как бы вы ни питались, жиры в нашем организме, да и мышечная масса, жир убавляется, а масса растет, когда мы ложимся спать. И влияет на это гормон роста. Если мы с вами убираем, благодаря тому, что поели на ночь, гормон роста, выброс этого гормона не произойдет. И когда вы заснете, вы будете спокойно продолжать накапливать жиры. А нам с вами нужно избавляться от жиров. Следующее, плавно вытекающее из этого правило. Если вы не хотите утром после пробуждения кушать, значит ваш рацион составлен неверно. Да, показатель того, хотите вы кушать или нет с утра, говорит о том вообще, как правильно вы составили свой рацион питания. Обращайте на это особое внимание. Еще, что нужно есть обязательно? Я, когда ем красный болгарский перец, чувствую просто огромный взрыв, как будто солнечная энергия проникает во все мои клетки. Обязательно раз в день съедайте хотя бы половинку болгарского перца. Следующее, сельдерей. Особенно это касается мужчин. Женщины больше должны налегать на грейпфруты. Это очень полезно и должно присутствовать в вашем рационе. Так как сейчас современная индустрия питания просто практически убивает продукты, они становятся пропитаны канцерогенами, нам необходимо получать качественные аминокислоты. Если вы не используете спортпит, то из современного мяса получить аминокислоты очень сложно. Особенно, если вы его вообще не употребляете. Поэтому я советую съедать в день одно авокадо. Авокадо содержит огромное количество аминокислот по составу, приближенных к мясу. Советую на это обратить внимание, особое внимание вегетарианцам. Авокадо для вас, как отче наш. Следующее. Не игнорируйте яйца. Яйца это самый лучший продукт. Яйца идеальный продукт. В принципе, это продукт, состоящий из одной клетки. И особенно никогда не выбрасывайте желтки. Мало того, что в желтке находится половина вашего белка от яйца всего, так желток содержит еще в себе практически все витамины группы В, селен, которого нет нигде сейчас. И, кстати, одна из причин смертей здоровых людей – это отсутствие в питании йода и селена. Как бы вы ни пытались, невозможно сейчас получить необходимое количество селена и йода из современных продуктов питания. Поэтому моя рекомендация – 2 раза в год, как минимум, пропивайте добавки, содержащие йод и селен. Они недорогие, это качественно скажется на вашем образе жизни, на продолжительности вашей жизни. Но о чем мы с вами всегда забываем, хотя знаем? Вода. Вода – регулятор, катализатор всех процессов в нашем организме. А что вам советуют на тренировках?